Доброе утро, мои дорогие. Сейчас ходили с Дантом в магазин. Я такой реакции даже не ожидала. Он просто лег и боится идти. Его, видимо, то ли запахи перепугали. Девчонки смеются, кассирши. Говорят, это ж у вас бойцовая собака. Я говорю, да. А что, он везде так себя ведет? Я говорю, нет. Первый раз просто в магазин пришел. Ой, чудо чудное, между ног прячется в домик вот это. Да, мой хороший, да. Да, сейчас кушать будем. Да. Ну, бабушка больше с тобой гулять не будет, уедет бабушка. Да, мой хороший. Так, ты что ж такое? Так, давай. Подожди, подожди. На, сними, сними. Доставал кошку. Кошка на стол залезла от него. Играть хочет. Да, а тайга шипит на него. Лапой бьет. Ангел валяется. Ангел, я уж к тебе привыкла. Как я без тебя-то буду теперь, а? Зайчик ты мой. Ну. С наколкой, как бабушка. Да. Ты бы хорош. Давай расти, слушайся и не болей. Ладно? Ты меня тоже провожаешь, да? Нюхаешь. Сумок сколько, скажи, у бабки сумков сколько? Ой-ой-ой. Да. Первый раз я с таким количеством сумок еду. Обычно все посылки отправлял. Вот он, Латышский вокзал. А нам на Московский надо ехать. Погода хмурая тоже, холодно. Ну, хоть дождя нет. Красили, видите, как Питер к 9 мая. Невский проспект. Полчаса до поезда. Ну, тут хотя ехать осталось, да? Немножко. Но я ж не могу не понервничать, да. Как же уж без этого? Да. Но такие дома красивые, и балкончики красивые. Но окна, да, скорее всего, наверное, вообще не открывают.
прощаем. Ух, а там вообще все в флагах. Все время красный цвет. Это девочки, да. Все время телефон не заряжен. О, вот он, Московский вокзал. Ну все, мы попрощались. Я в вагоне. Ночью что-то в 11 часов с чем-то буду в Москве. Не хочется уезжать с ребятами так хорошо. Но надо. Ну все, я поехала. Пока Питер. Надеюсь, до осени. О, они успели отъехать от Питера. Буквально 15 минут. И уже стало солнышко проглядывать. Может, дальше-то повеселее будет. Какая же весна в этом году. Странная, поздняя. И то снег, и в Москве перед майскими праздниками снег выпадал. И в Крыму как-то прохладненько для мая месяца. Отравили, наверное, всю экологию окончательно. Ну что это вот? Ну ладно, южнее поедем, там уж всяко покрасивее будет. Ну чё, милые, вы со мной? Поехали, прокатимся. Да что-то надоело мне прям летать. Все равно, вот вроде и не боюсь летать, а все равно переживаешь. И как-то после самолета не очень я себя хорошо чувствую. Все-таки вот это вот перепад давления. Думаю, ладно, проедусь. Поснимаю весну в разных, ну как сказать-то, да, в разных регионах, от Питера до Крыма. Холодное, горячее на заказ. Ёлочки, какие высокие. Станция Чудово. Солнышка так и нет. Купила в дорогу книжку «Ангелам здесь не место». Но, знаете, вот начала читать и понимаю, что все это уже было. Все вот эти наши писательницы детективного жанра, по которым снимают фильмы, вот читаешь, ну вот было это уже. И начало какое-то, и дальше вот это.
рецензии к книге. Прям что вы, оторваться невозможно. На одном дыхании. Уж как я люблю читать. Прочитала 10 листов, и как-то уже стало неинтересно. Ну, делать все равно нечего. Всю дорогу снимать елки не будешь. Поэтому придется читать. С интернетом тоже в поезде. Никак. Вот. Скачать мне, конечно, забыли что-нибудь скачать. Ой, на елке не могу нарадоваться. Прям такие высокие. Высокие, стройненькие. Но особенно, конечно, смотреть нечего. Хмуро как-то, хмуро. Хмуро. Какие-то развалины. Ой. Вот что мне не нравится у нас в России. Как какая-нибудь станция, так обязательно около станции развалины. Неужели так тяжело снести, чего-нибудь красивенькое посадить? Ну, вот что за срач такой? Как же мы не любим свою родину-то? Одна вот эта мерзость, как деревья. Вон она, забыла, как называется, господи. Даже в Мурманске растет. А ведь помню, в детстве, прям помню, была у бабушки, вон там целые заросли. Была у бабушки, и было посажено целое поле этой мерзости. Вот только-только-только, так это уж когда было, 50 с лишним лет назад. И мы с девчонками, с мальчишками побежали на это поле. Ну, привыкли бегать в кукурузе, знаете, там прятаться. Так у меня потом такие были ожоги на коже. Бабушка плакала и ругалась. Что же это за гадость такая? Оно что делается? Да. Надо же, я говорю, до севера дошло. В Мурманске вечная мерзлота, а эта мерзость растет. Ну, я тебе предлагал 1000 рублей, ты даже не повез нас. Плюс птичка еще. Ой, я заработала 2 шоколадки. Ребята молодые, парень с девушкой, ходили в ресторан, ну, попросили посмотреть за своими рюкзаками. Но мне чего, все равно сижу в окошко, гляжу, нет, притащили 2 шоколадки. Я им говорю, мне нельзя, ну, кому-нибудь отдадите. Девчонки, кому надо 2 шоколадки? Ой. Ой, такой там храм был. Куда-то скрылся. Пролетели, не останавливаясь, Вышний Волочок. И вообще, поезд стоит на всех остановках 2 минуты. Проводники смеются, 2 парня. Проводники смеются, говорят, в Москве покурить. Да. До Москвы еще ехать. Ну, наконец-то, к вечеру разгуливается немножко хоть. А то едешь, серость и серость.
Это уже 8:00 вечера. Ой, какие же леса. Сейчас приеду опять в степной Крым. Не видно ничего. Я не с той стороны. Сейчас пойдем туда попробовать. А тут тоже ничего не видно. Мне очень стыдно, но я не знаю, кому памятник вон в Твери. Надо в интернете посмотреть. Такой телефон медленный. Я не успеваю. Красивый храм был, проезжали. Ну, не я не успеваю, он... медленно включается, долго. Хоть вообще не выключай. Уже столько рек проехали. Я пока его схвачу, пока включу, все уже. Ну все, теперь Москва следующая. Знаете, а тут уже зелени больше. Вот, ну не вот эти вот кусты ближние, а вот там подальше. Уже более зеленые. И небо голубей, да? Собор. Это мы проехали станцию Завидово. Тут резиденция путинская. Ну, понятно, она не у станции. И скрыта там за кучей заборов. Вообще не знаю чего. Ну, в общем, уже скоро Москва. Больше зелени уже тут, да? Прям заметно. И травы. И все. Отражается свет. Ну вы посмотрите, прям 9:00. Темень. Вот, скоро уже Москва. Я уже в куртке сижу. Уже готово. Вот она, Останкинская башня. Получится, нет движения. Все получится. У меня видео. Ночью, конечно, не видно.